привет, с вами Диана, и, как вы поняли по названию видео, сегодня мы будем проверять один очень странный, но вкусный рецепт. Но перед началом видео я передам привет Мархушеньке, Душеньке и Андрею Полянскому. Они попросили передать им привет. Андрей Полянский — это вообще мой друг. И сегодня мы будем готовить кекс в стакане. Но те, кто подписаны на такие группы, как Лайфхаки, то, листая свою новостную ленту, видели этот рецепт, но не делали его, потому что думали, что это какая-то фигня, вранье и так далее. Существует множество разных рецептов этого кекса, но мы возьмем один из самых простых, но тем не менее и вкусных рецептов этого кекса. И проверим, правда это или нет. Поехали! Этот рецепт я сама нашла ВКонтакте и решила его проверить. По рецепту сказано, что нам потребуется немного муки. Там какая-то непонятная мерная ложка, но мы будем использовать столовую. Там написано 1/4 мерной ложки, а мы возьмем 1 столовую. Нам понадобится мука, яйцо, сахар, стакан, какао и молоко. Для начала нам понадобится 1 столовая ложка сахара. Посыпаем ее в стакан. Затем 1/2 столовой ложки какао. На самом деле последовательность добавления ингредиентов не важна. Затем кладем 1/2 ложку муки без горки. Все это перемешиваем и добавляем яйцо. Затем добавляем туда яйцо. Затем добавляем либо мелко покрошенной шоколадки, либо чуть-чуть кофе. Затем все это перемешиваем. Смеси у нас вышло немного, но на фотографиях говорят, что смесь она поднимется в микроволновке. После какао надо добавить 1 столовую ложку молока. Даже 1,5, наверное. О, вот так идеально. Вот какая смесь у нас получилась. Теперь надо отправить ее в микроволновку на 3-4 минуты. Посмотрим, какой кекс у нас получится. Вот такие кексы у нас вышли. Их можно посыпать сахарной пудрой. Это что-то среднее между хлебом и блином и имеет отдаленный сладкий вкус шоколада. Мне этот кекс не очень понравился. Я думаю, что лучше купить какой-нибудь кекс в магазине. Ну, вы можете попробовать сделать этот кекс ради эксперимента, но я думаю, то, что все посты, в которых написано, что этот кекс очень вкусный, суперский, это неправда. Этот кекс — это фейк. Вот такой у меня рожа после того, как я съела весь кекс. А также пощелкайте на рекламу в моих видео. Благодаря этому у меня будет больше розыгрышев. И на этом все. С вами была Диана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте на большой палец вверх. Также подписывайтесь на мою группу ВК и предлагайте свои идеи для видео под видео в комментариях и в группе ВКонтакте. Никогда не делайте этот текст.